Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЗАП ТВ. Спонсоры показа – магазины Intimissimi и Calzedonia. Мое идеальное нижнее белье Intimissimi. Intimissimi – роскошное нижнее белье для женщин и мужчин. Пожалуй, лучший подарок в наше время. Макси, Шилова 100. 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, который еще не имеет официального статуса, но с каждым днем становится все более известной. Погода в этот день будет пасмурная, дождь, в ночные часы нас ожидает 13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23 градусов. Я желаю вам всего доброго и до завтра!